Следчий комитет сегодня одно из самых престижных мест, где будущие юристы могут начать свой карьерный рост. У Гомельской области под патронатом регионального управления следчего комитета находятся два филиала кафедров правознавства у Гомельских ВНУ и несколько правовых классов в установах средней эдукации. Как рыхтуют кадры одной из самых романтичных и одночасово серьезных профессий, доведался Александр Гамоля. Штодня повышать якость и узровень попереднего следства – задача, якая на протягу 8 годов працы следчего комитета стала персональной для каждого супрацовника ведомства. Але одна справа важный опыт напрацовать, иншая – его передать. С вращением этой задачи супрацовники аппарата следчего комитета Гомельской области справляются, як и со своими прямыми обовязками – последовно и эффективно. Решение об взаимодействии с учреждениями образования принято в 2017 году. Тогда по нашей инициативе на базе управления Следственного комитета по Гомельской области принято решение открыть филиалы кафедр правоведения на базе нашего управления. Это Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины и Гомельский филиал Федерации профсоюзов Международный университет МИЦО. С выкладчиками юридичного факультета Гомельского державного университета имени Франциска Скорины у гомельских следчих склались доверливые и профессийные взаимоотношения. Регулярно для студентов проводятся учебно-методичные сборы, ведется совместная науково-доследшая праца. Организуются конференции с уделом высококлассных специалистов не только из правоохранной системы Беларуси, але и краин близкого замежа. В прошлом году был такой замечательный опыт. Состоялась первая научно-такая практическая международная конференция, которая проводилась в новом прекрасном здании управления Следственного комитета с международным участием и с участием руководства Следственного комитета Республики, в частности, участвовал Сергей Олег Казёмша, заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь, к слову говоря, выпускник в свое время юридического факультета, чем факультет сильно гордится, что есть такие знаковые выпускники. С профессорско-выкладческим составом университета гомельские следчие ведут работу по удосконалению правоприменяльной практики, обмерковываются новые формы и методы попереднего расследования. И во всем этом студенты ВНУ принимают непосредный удел. На учебно-методичных сборах они имеют возможность не только ближе познакомиться с профессией, але и замацевать отриманные веды на практике. Такие сборы со студентами ВНУ за 2 года взаимодействия были организованы около 15 разов. Например, в начале этого года студенты преподаватели ГГУ, а также сотрудники УСК приняли участие в конкурсе инновационных средств досудебного производства. По результатам конкурсная комиссия центрального аппарата отметила высокий уровень представленной работы. У ГДУ имя Франциска Скорины специально для будущих юристов, которые собираются связать свою профессию с работой у следственных органах, створена и материальная база, кабинет криминалистики, специальный тренировочный полигон. Великая увага надается физическому выхованию студентов и их здоровью. Распрацевана программа спортивно-массовых мероприемств. Плюс такого взаимодействия истотные. Студенты легче уливаются у систему, а кроме того, еще по часу в учебу они могут отримать працу, ставши позаштатным специалистом следчего комитета. Все, что треба, упартостью в учебе и твердый намер поступить на службу. Александр Гамоля, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».